На месте. Мы приветствуем Алину. Она идет к маме. Мы спрашиваем мамы разрешения на диагностику и чистку Алины. Мама дает разрешение. Хорошо, посмотри визуально. Что-нибудь мешает сканированию? Мешает. У нее дракон красный. Он как раздваивает ее. Вытаскиваю красного дракона, кидаю в клетку тюрьму. Есть. Какой дракон? 28-16. Хорошо. Больше ничего не мешает, Вера? Нет. Даю команду на счет 3. Сканер сканирует пространство над головой Алины под ногами 360 градусов вокруг нее. Сканер сканирует все 7 тонких тел Алины, находит все. Но у нее черт вышел, 5-й. И дракон, 2 канала, все. Черт, 5-й. И красный дракон. Сколько дракон находится в биополе? 3,5 года. По какой причине ты пришел? Контракт. У тебя есть контракт с ней? Контракт. Черт. Сколько ты находишься в этом биополе? 1 год и 2 месяца. Хорошо. Кто из вас был ответственен за эти приступы агрессии у нее ежедневные с утра? Никто. А почему она это делала? Не понимает, о чем ты говоришь. Ребенок заводил всех. Начинал с какой-то... Если кто-то заводился, при чем здесь они? Вы принимали в этом участие? Вы ее провоцировали делать такую реакцию? Показывает черт, что наделала привычные вещи. А у красного дракона у него как в сердечной чакре, она как заключена в какую-то конструкцию, как принцесса в замке, и смотрит оттуда. Вот так вот. Хорошо, начинаем с реверса энергии. Даю команду тонкой копии Алины, мама помогает, спроецировать все энергетические и сферические каналы к красному дракону, черту. Для команды тонкой копии произвести отчуждение. Все чужеродные патогены низкой вибрационной энергии. Откат всех негативных программ, негативных мыслеформ. Пошла энергия по каналам, чужеродная по отношению к Алине. Энергия страха, энергия неуверенности, энергия всех болезней. Все, что она могла получить от них, возвращается к ним. Усилие потоки в 50 раз. Пока идет реверс. Дракон, расскажи мне об этом контракте. Когда он был заключен? Предмет контракта? Япония, самурай, 1506. Это все, что я вижу. Мужчина хотел... Больше юноша. Понятно. Юноша хотел получить какие-то сверхспособности, и дракон ему в этом помог. Я так вижу это. Не так ли, дракон? Обмен был на той контракт. А ты что в обмен попросил на эти возможности? О чем идет речь? Летать? Перемещаться? На большие расстояния? Нет, это определенный вид искусства. Легкий подъем. Понятно. И что он тебе взамен предложил? Он показывает, как он перемещается. Может, по деревьям, может, по каким-то небольшим зданиям. Прыжки у него в руках. Меч. Меч, длинный меч. Отлично. Ну вот, Алина, в прошлой жизни ты была, вернее, в одной из прошлых жизней ты была самураем. Скажи-ка мне, дракон, какую жизнь продолжается уже этот контракт? Это 3-я. 3 жизни. Хорошо. И все-таки мне не совсем понятно, что ты запросил взамен. Что это за конструкция вокруг сердечной чакры? Энергия. Он запросил взамен энергии. Все энергии или определенные? Энергетические центров. Все 7? Их больше. Их больше, 7 понятно. 7 основных. 7 основных есть больше, конечно. Ты запросил все основные энергии, которые есть. А это был обмен, да. Понятно. Ну, контракт есть контракт. Как с реверсом, Вера? Закончит. Установили фильтр золотой сеточкой на эти каналы в порядке реверса. Алина забирает все чистые, светлые, божественные энергии обратно. Пошла энергия божественная, чистая. 1, 2, 3. Все, что не похитили, все, что не изъяли, до последней капли возвращает Алина себе обратно. Она хозяйка своих энергий, возвращает все свое себе обратно. Дракон, ты присутствуешь в квартире еще? Есть там твои платы? Он присутствует, да. Хорошо, черт. Ты присутствуешь точно в квартире? В доме присутствую. Понятно, в доме. В доме, хорошо. Значит, оба там. Ждем окончания реверса. Дракон, он показывает, у него в одной из комнат, в углу, он, у него как свое место там. Ну, если он там уже 3,5 года, надо уже свое место иметь. Реверс закончился. Отлично. Начинаем с вытаскивания. Красный дракон. Выходи, вытаскивай все, что осталось на твоей чистоте. Знаешь, он открывает как будто вот эта сердечная чакра, она как заключена в этой башне. Он ее открывает, снимает эту подключку и выпускает ее. И у нее все жизни, то есть как она была юношей, заключение контракта, у нее все всплывает это.
возвращается к ним. Еще одна жизнь была на земле, и сейчас это третье воплощение с контрактом. То есть она как освободилась от этого. Хорошо. Сняла она все. Идем дальше. Черт, выходи, твоя очередь, снимай все, что оставил на ее чистоте. Скажи мне, где есть ли затемнение в биополе у Алины? Над головой, да, есть затемнение. Хочешь получить его? Что? Снимай все, что ты оставил сначала. На месте доложи, что ты все снял, я дам тебе отдельную команду. Ну, здесь как колготки он снимает. Готов? Хорошо, разрешаю тебе забрать затемнение. Забирай, возвращайся назад. Она чувствует людей, она знает, как манипулировать, как нажимать на их слабые точки. Лучше бы она другие вещи знала. Он собрал затемнение. Более полезные в этой жизни. Хорошо. Так, рассинхронизацию мы не сможем провести из-за того, что у нас есть активный контракт. Поэтому мы сейчас переходим к аннулированию контрактов. Я спрашиваю мамы согласие на аннулирование контракта Алины. Дает. Алина, ты понимаешь, что здесь происходит? Она понимает, она показывает, что она контрактом как закована, руки показывает. Понятно, это мы все сейчас уберем. Ты готова расторгнуть контракт, который ты заключила? С удовольствием. Повторяй за мной. По закону свободы воли души и свободному праву распоряжаться собственными энергиями, Алина взяла ответственность за свою жизнь в свои руки и выразила это намерение. Я говорю слухи, а тонкая копия повторяет за мной. Я вызываю соглашением, контрактом и договором. Договора выходят активно и подсвечиваются. Вышел контракт, он как толстая книга. Пусть Алина повторяет за мной. Внутренней властью моего суверенного «я» я объявляю свободу воли души и законному праву распоряжаться собственными энергиями. Пошел возврат энергии, если таковая есть. Есть энергетические центры, возвращается часть энергии. Отлично. Готово. Открываю воронку в галактическое ядро и производим сброс аннулированных контрактов и договоров, а также отработанных контрактов и фантомных контрактов. Все уходит на переработку. Закрываю, печатаю, растворяю. Аннулировано. Переходим к рассинхронизации. Даю команду на рассинхронизацию Алины с красным драконом. Пошла рассинхронизация. И чертом. Пошла рассинхронизация до 100%, заканчивается автоматически. Она говорит дракону, как согласие сблизились, так согласие и расстались. Верно. Каждый получил, что он хотел. Но 500 лет, я не знаю. А еще от нее идет информация, что она не просто так воплотилась в этой семье. Она знала, что у нее будет возможность расторгнуть контракт. Отлично. Значит, ты пришла по адресу. Реверс закончился. Даю команду сканеру на контрольную проверку. Пошла проверка. Чисто. Помогаемая энергия отстегнуть все каналы на счет 3. 1, 2, 3. Удар. Отлетает канал, отстегивается. Открывая воронку в галактическое ядро, канал улетает на переработку. Закрывая, печатаю, растворяю. Хорошо, проверку прошли все. Черт и красный дракон. Я сейчас открою вам портал обоим в квартиру, в дом, где живет Алина. Вы уберете все, что вы оставили на своей чистоте, все снимете. Я приду, проверю и отправлю вас на вашу чистоту. Все понятно? Понятно. Открывается два портала в дом Алины. В один идет красный дракон, во второй идет черт. Забирает все, что принесли. Закрывая, печатаю, растворяю оба портала. Готово. Хорошо, в клетке у нас ничего нет, да? Да. Идем дальше. Выходит эмоция, усваивается наиболее эффективным образом. 1, 2, 3. Хорошо, Алина, мы закончили твою чистку. Как ты себя чувствуешь сейчас? Она говорит, как душа ликую, как Алина счастливая и радостная. Я очень надеюсь, что ты изменишь сейчас свое поведение и будешь более приятно относиться к своим родителям, не устраивая никаких скандалов. После этой чистки у тебя нет вообще никаких оснований чем-то быть недовольным. Ты получила практически сейчас новую жизнь, используя это только во благо и себе, и другим. Ты меня поняла? Она показывает, как она родителей за руки держит и соединяет их руки. Отлично. Вот так и должно быть. Хорошо, Алина, возвращаем тебя назад, чтобы все эти энергии перешли на физический план. Для усвоения энергии и вибрации возвращаем тонкую копию Алины в ее систему биоробот-душа. Заводим, подключаем каждому органу клеточки извилинки головного мозга. Проходит полная синхронизация, гармонизация между физическим биороботом и энергетическими тонкими телами. Она говорит, что ей не хватало этих энергий, которые в контракте были. Теперь она целостно себя ощущает. Готово. Отключайся от объекта, поднимайся в комнату диагностики. Пошел, пойдем.